Мы находимся на выставке Household Experts, говорим с нашими гостями, производителями. Елена, расскажите, чем занимается ваша компания, что собираетесь представить в 2019 году рынку, чем удивлять? Добрый день. Наша компания Priority производит посуду для взрослых и детей из стекла и фарфора. Наша особенность – это огромная коллекция лицензий детских товаров. Мы производим 12 посуду с 12 героями Союзмультфильма. У нас 16 лицензий от Диснея. В этом году мы начали работать с таким мультфильмом, как «Ам-ням». У меня в руках невероятная кружка с Gravity Falls, которая выйдет в середине года. Да. Помимо этого, мы производим посуду по собственным дизайнам на китайском костяном фарфоре. Это уже посуда для взрослых. Мы ее упаковываем в качестве подарочных элементов. Детская посуда у нас также продается в детских наборах, либо россыпью, и поставляется в большинство торговых сетей России. Это и Ашан, и Окей, и Метро. И мы ищем новых партнеров и с радостью будем работать и с небольшими магазинами. Я для себя узнал, что существует посуда для взрослых. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.